Привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал, и сегодня у нас с тобой такой вкусный мукбанг. Это хот-дог с заправки Shell. Также, не уходи, Пушок. Пушок решил уйти. Также у нас тут такая курочка в панировке и соус для макания. Очень классное название. Я такое не пробовала, я вообще не очень люблю сырные соусы. Какая-то штучка, желтый налет. И убрала то, что мне не понравилось. Так, приступаем к хот-догу. Прям чувствую море горчицы. Он такой огромный. Капец. Блин, пузо у него порвалось. Капец, сколько соуса. Прикольно. Все теряю, блин. Подставка немного выше находится. Пипец. Спала. Мама утром вставала, чтобы Аську кормить. Кошечку мою. Ну и решила мне купить обогреватель. Сейчас как бы холодно. Ну и я такая сплю, сплю. Я очень чувствительно сплю так. Как она меня включила, я, по-моему, не слышала. Может, и слышала. Очень чуткий сон. Я слышала. Я слышу, что-то трещит. Но не со стороны обогревателя. Где-то вот... Где техника, скажем так. Телек, пилот, розетка. Непонятно. Ну, я такая дальше лежать. Минут через пять опять такой звук. Я, короче, услышала, что это со стороны розетки. А пересралась. Мне такое впервые. Я, короче, отважилась вытащить пилот из розетки. Хотя испугалась это делать. Треснула розетка, поплавилась. Она воняла. У меня паранойя теперь. Постоянно будет, блин. Он очень некультурный хот-дог. До этого включал, все было нормально. То все как бы вроде выключено было. Я же спала, я не смотрела телек, я не играла в приставку. Все это выключено.
Но нам уже пришли, поменяли. Все, он порвался. Он порвался. Сейчас, наверное, будет трындец. Такой трэш творится, вы бы видели. Мы закончили салфетки. Я думала, трех мне хватит. И вот на моменте поменяли розетки, хорошо. Двойную поставили. Сколько соуса? Тут капец много. Очень много. Еще на моменте наконец-то поменяли люстру. У меня только один плафон работал. Потому что второй случайно оторвали. Там сильно как-то прикрутилась лампочка, и он вместе с плафоном отошел. То есть провода холёные, немножечко опасненько. Просто все. Она такая прикольная. Светодиодная, как я хотела. Прям такая белая. Мне, конечно, нравится очень. На пультике. Жалко, она, конечно, разными цветами светит. Было бы прикольно. Чтобы было вообще все в пыли. Больше всего я переживала за вейп. Я его ставила прям под местом, скажем так, откуда все сыпалось. Там внутри все было белое. Это побелка, там еще что-то. Это мой самый грязный мукбанг. Самый. С шаурмой было даже легче. Ну, я вообще, кстати, еще все думала насчет люстры. Еще хотела какую-нибудь черную, знаешь, такую без плафонов, типа кованая такая. На зону один видела. Кстати, недорого стоило, 2 с чем-то. У нас еще, кстати, вода уже льется ржавая. Это хороший знак, что вода сейчас скоро будет горячая. Без воды плохо, конечно. А еще у меня постоянно такая фигня. Я только хочу, ну то есть мне только надо мыть голову и выключает воду. Уже раз второй так. Прям везет. Ну, кстати, вот я их в микроволновке делала. Они тоже хрустящие. Даже не такие вредные, как на сковородке, ты их будешь жарить с маслом.
Кстати, соус мне не очень понравился. Я, наверное, как не ела их, так и не буду больше кушать. Но поймем сейчас еще раз. Мне нравится. А еще думала, может, свой барбекю налить на всякий случай. Вдруг я не буду. Крылышки, конечно, вкусные. Надеюсь, ты кушал вместе со мной. Спасибо тебе большое за просмотр, за внимание. Счастливо и пока.